учителя, взрослые, гости. Последний звонок. Он, с одной стороны, веселый, с другой стороны, грустный праздник. Очень сегодня навевает это время мыслями, когда мы рассматривали с первыми учителями ваши фотографии, когда 11 лет назад родители выбрали нашу школу и привели вас, маленьких человечков, в этот прекрасный, теплый, уютный дом. И вот с тех пор сколько воды утекло. И вспоминаются те переменки, те прочитанные книжки, те первые радости и неудачи. И вот сегодня мы видим повзрослевших людей, которые готовы сделать очередной свой жизненный шаг в будущее. Это люди, в которых повторяемся мы, родители, взрослые. Посмотрите, как ваши дочери и сыновья похожи на вас. Сколько веселых, нежных слов благодарности сегодня будет сказано всем тем, кто был все эти годы рядом, кто сегодня пришел, а может быть, к сожалению, и не смог, но вместе с нами радуется за таких умных, красивых юношей и девушек.